Всем привет! Получил посылку. Давайте вскроем, посмотрим, что внутри. Значит, находится такая коробочка. Смотрим, что в коробочке. Много полиэтилена. Значит, это шнур 0,3, размотка 130 метров. 0,3, значит, 7 либров, 3,3 килограмма. Заявлено, конечно, круто. Посмотрим, что он представляет. А цвет желтый. На ощупь очень тонюсенький. Если он реально будет держать заявленную мощность, то это будет круто. Сейчас схожу за весами, проверим. Так, и две микроколебалки. River Old. 2,4 грамма. Такой вот цвет серый, семечко с розовым. И тоже River Old 2,4 грамма. Серебряная подложка. Так, пока отходил за весами, заодно залез в коробки, нашел парочку блесен, тоже от Веспа, какие у меня были наличные. Это Веспа 2,8 грамма, тут немножко ее подкрашивал оранжевым, так она стала ловить лучше, черную точку поставил. И 1,5-граммовая. Вот 1,5-граммовая в кислотном цвете с черной точкой для атаки. Пока вот меня больше всего радует. Она действительно работает. Ну, такой небольшой набор в виде 4 вес. Отправится в коробке. Так, ну, давайте попробуем протестить, насколько эффективен шнур. Нордстримовский шнур Ультрагамма X4
Я уже его привязал. Давайте посмотрим, что он из себя представляет по разрывным нагрузкам. Дадим ему еще один шанс. Ну, естественно, 3 килограммов не держит. Привяжу еще раз, проверим. Итак, Nord Stream Ultra Gamma X4. Привязал другим узлом, дадим ему еще шанс. До этого уже попробовал без камеры, у меня порвался на 1,5, сейчас то же самое, 1,5 килограмма. Я по-другому не думал. В основном шнуры держат половину заявленных производителей, не знаю, как производители проверяют, но редко-редко какой шнур выдерживал более половины нагрузки, что заявлено. Тут он написан 7 литров, это 3,3 килограмма. По факту вот на 1,5 килограмма он рвется. Это еще пока он новый. У него смазка и затрется. Он будет рваться на куда меньших нагрузках. Ну, как вариант, по его толщине, он довольно-таки тонкий шнур, будут миниатюрные микроколебатели лететь за горизонт. Как вариант, на 1-2 соревнования он загодится. А затем можно будет его отправить в топку.